Приветствую, друзья! Вы на моем канале, и сегодня мы будем использовать белки, которые у нас остались после теста для желтков. Я Назаренко Наталья, и вы на моем канале. Подписывайтесь, впереди много интересного. Смотрите, как я украшала паски с помощью безе. Для этого нам необходимо одну часть белка добавляем в дижу миксера, к ней же добавляем две части сахара. Все рецептура будет в описании под этим видео. С помощью своего кухонного комбайна я выбираю программу швейцарская меренга, устанавливаю все необходимые аксессуары для миксера и начинаю взбивать. Но если у вас нет данной машины, воспользуйтесь приготовлением швейцарской меренги на водяной бане. Для этого необходимо сахар с белком поставить на водяную баню и размешивать до 45 градусов, пока не будет растворенный сахар полностью. Для этого потом просто взбиваете его и все миксером. В данном случае получается белковая масса довольно-таки устойчивая, не плывет и не течет, с ней очень удобно работать. Ну, у меня заняло взбивание приблизительно 10 минут. Посмотрите, какие получились красивые твердые пики. Добавляла я красители сухие и перемешивала. Можно также добавлять и жидкие, но не переборщите, потому что жидкие красители разжижают белок. Да, потом все слаживала в мешок и в насадку звездочка и отсаживала на данный противень. Чтобы получился более красивый эффект, я не меняла мешок и не меняла насадку, а также влаживала другие цвета безе в данный мешок, и получилась очень красивая расцветка. Сейчас на желтом не видно оранжевые полоски, но дальше у меня была задумка розовый цвет, и мы посмотрим с вами, как это выглядело с розовыми маленькими безешками. Таким способом я делала и листочки, и другие цвета. Смотрите, я добавляю красный краситель, получается у нас розовый цвет. Высаживаем, и в результате что мы видим? У нас получается розовое безе с желтыми сверху полосками. Получается очень эффективно. Высушиваем при температуре 80-90 градусов в духовке 2-2,5 часа. И все, можно их хранить потом в контейнере и очень долго использовать, если, но только чтобы не попадали на них влага, так как безе очень боится влаги. Друзья, а вы знали, что любую продукцию можно заказать за шаги? Если нет, пишите в комментариях, хочу узнать, и я поделюсь с вами информацией.